Очень приятно, что имею возможность приехать в Челябинскую область. Мы знаем, что Челябинская область активно проводит сотрудничество с Китаем в разных сферах. Тут же работает, можно сказать, немало китайских предприятий, которые имеют важные проекты в области. 这个我到了这个担任这个中国总领事啊，一个重要任务呢，就是来促进呢我们中国呀和这个我们这个俄罗斯啊这个地方之间的这个经贸合作。 Для меня работать в должности генерального консула, я думаю, что важная задача представляется оказать содействие в развитии сотрудничества между российскими предприятиями и китайскими предприятиями на местном уровне. То есть нам бы, конечно, хотелось все-таки, чтобы у нас были отношения равные в этом плане. То есть вы нам на 500 миллионов долларов везете, и мы вам на 500 миллионов. Вот вы сегодня будете смотреть наше предприятие, подумайте, что могло бы вас заинтересовать в качестве вот такой возможности. Господин Ван Лиган организует здесь логистику. Здесь производство, которое сейчас закупает, российское производство чисто. Он строго год на 2 месяца.